мамочки. Мутанты Клинского района. Смотрите, вот привезла москвичи за грибами. Ой, там такой малышка рядом маленький. О, представляете? Будет вот так сок, вот москвичи в Клинском районе проходят, как это, у москвичей, точнее, в Клинском районе проходят выходные. Видите как? Да, вот это настоящий белый. Еще и говорят, что это мутанты Клинского района. Бессовестные москвичи. Мне кажется, больше, чем моя голова. Угу. И вот того маленького давай берем. Ну нет, мы его не будем брать, он плохой. Вот, сейчас пойдем посмотрим, что у нас еще в другой корзинке. А, ну давай вот этого. А как он поместится нам в ведро-то? Давай запихню. А вот знаете, какого мы тут грибника встретили? Не, нормально. Вот так вот. Вот это местный клинский грибник. Не то, что у нас большие белые. А? Ну, в общем, как вы поняли, да, вот мои москвичи белые нашли, местные клинские видели, да, кошелка мухоморов, а я, если честно, собираю вот такие дождевики. Но кто знает и умеет их готовить, знает, что это тоже 100% белок и очень полезный гриб. Так что желаю всем хороших осенних выходных, а главное, плодовитых. Пошли искать, как говорится, как свиньи трюфель дальше в лесу белые грибы.